Ну, а это у нас так называемый балкон. Он у нас вот так собран для транспортировки или мало ли. Потом он разбирается, сделан так, что стойки, вот эта штука, это от колеса. Тут у них внутренние подшипники очень хорошие, колесо выкидывается и прикручивается к сцене. А с другой стороны вот такая штука с упорами, и здесь колесики, чтобы ездило влево-вправо, развороты, и на одной из них установлен фиксатор, стопор. То есть это будет стоять на сцене и крутиться, вертеться как надо. Ну и еще покрасит ее. Ну, а это у нас основание все еще стоит на месте. Ждем колесиков установить. И на ней будет вся декорация. Часть декорации.